Здравствуйте, приветствуем вас на канале компании «Электромотор». Представляем вашему вниманию дренажный насос от торговой марки «Спирони». Это производство Италия, гарантия 1 год. Данная моделька здесь представлена SXG1200 на 1400 Вт. Компания «Электромотор». Насос идет в комплектации с поплавковым выключателем. Данный поплавковый выключатель сможет включать и отключать насос, а в зависимости от наполнения емкости, в которую он будет поставлен, опущен. Значит, насос выключатель просто всей 220 вольт. В комплектацию входит кабель питания с шнуром. Включили и больше к нему не подходит. Он автоматически включается и отключается, наполняется емкость, поплавочек поднимается, насос включился, откачалась водичка, поплавочек опустился, насос выключился. Это очень удобно, когда есть такой выключатель в насосе. Грубо говоря, он управляет его работой. Насос может, значит, вкачивать, здесь снизу находятся его рабочие колеса, колеса выполнены из нержавеющей стали. На выходе идет патрубок 50 мм. Почему 50 мм? Это очень удобно. Есть пожарные рукава диаметром 50 мм, которые натягиваются сверху здесь на патрубок и перекачивают жидкость в то место, куда вам нужно. Значит, эти рукава могут абсолютно быть разной длины. Стандартные 20 метров. Если нужно больше, они идут в комплектацию с гайками, и вы делаете тут просто столько, сколько вам нужно. Значит, касаемо насоса, выполнен он качественно. Чугунная рабочая часть, колеса нержавейка. Производительность данного насоса составляет до 18 кубов в час с напором до 7,8 метра. 8 метров практически этот насос может продавить. То есть по земле, грубо говоря, это где-то умножайте на 8, мы понимаем, что это где-то, ну, плюс-минус будет 60-70 метров по горизонту. Это очень высококачественный, удобный. В комплектацию входит еще также ручка. Его можно хорошо переносить. Здесь прочный пластик. Вот. Данный насос может использоваться для откачки, для дренажа. То есть можете использовать в гаражах, в емкостях, в каких-то котлованах, на песчаных карьерах, когда подтапливает. Довольно здесь широкое радиальное колесо, которое может прокачивать включение довольно больших размеров. Подобрать насос вы сможете по такому графику. Здесь нужно всего лишь знать рабочую точку. Благодаря этому графику мы сможем узнать, если есть напоры, производительность, вводим точку и уточняем, какой это будет насос. Соответственно, здесь также более подробно расписано уже сами рабочие точки. Выберите себе ближайшую, которая вам нужна, и, соответственно, какая моделька вам нужна. Эти все насосы качественные, подбор осуществляется очень легко. Даете рабочую точку, и мы подбираем. Поэтому звоните в компанию «Электромотор» по телефону 044-530-38.